Hello, дорогие друзья! С вами вновь Сергей Ковалев, украинский рок-музыкант и преподаватель. Сегодня мы с вами будем говорить о том, что такое квартоквинтовый круг. Итак, квартоквинтовый круг – это графическая схема. Или иными словами говоря, это наш курс, по которому мы определяем не только порядок появления знаков при ключе, но также определяем степень родства тональностей. Смотрим. Во-первых, запомните святое правило. Фа, до, соль, ре, ля, ми, си. Будем слушать BBC. Шутка. Но так вам будет легче запомнить. Итак, смотрим. До мажор. Находим в левой руке с ямочкой или с царапкой клавиша до. Дальше соль. Соль мажор. Фа диез при ключе. У нас в соль мажоре. Ре мажор. Это два знака. Фа диез, до диез. Ля мажор. Три знака. Фа до соль. Ми. Фа до соль ре. Си мажор, 5 знаков, фа до соль ре ля. Дальше фа диез мажор, до диез мажор, соль диез мажор, ре диез мажор, ля диез мажор, он же си бемоль энгармонически. И у кого есть ми диез? Ми диез — это фа бикар. И так был целый круг. Вниз аналогично: фа мажор, си бемоль, ми бемоль, ля бемоль, ре бемоль, соль бемоль, до бемоль, фа бемоль. Фа бемоль — это у нас ми. Вновь таки круг. Дальше вы спросите, зачем это нужно и как это работает. Ваш вопрос разумный и закономерный. Итак, показываю вам гармоническую схему, так называемый золотой ход, ля минор. Вот вам пример. Ля септ, ре минор, соль септ, мажор или септаккорд, до мажор, потом фа мажор, си бемоль мажор, ми мажор, ля минор. Или аналогичный пример на эту же тему. Ре минор, соль мажор, до мажор, фа мажор, си бемоль мажор, ми, ля минор. А теперь мы посмотрим, как этот ход работает в обратном порядке. Вот есть такой интересный пример. Группа Electric Light Orchestra, альбом The Time. Композиция называется Yours Truly 2095. Заканчивается она вот таким образом. Потом соль мажор, ре мажор, си бемоль, фа, до, соль, ре, ля. Вот так. Или, если помните композицию Джимми Хендрикса Hey Joe, там такая гармония. Фа мажор, до мажор, соль мажор, ре мажор, ля мажор. И самый интересный пример — это песня Брайана Адамса Everything I Do, I Do It For You. Все, что я делаю, делаю для тебя. Кстати, одна моя ученица с ним замечательно справилась, а значит, и у вас тоже получится. Ну вот, помните. You know it's true. Everything I do it for you. Что такое классический хит? Классический хит – это, как говорили в наше время, жанр песни. Куплет-припев, куплет-припев. Дальше идет так называемый бридж или мост. Разработка, средний раздел, как хотите. Вот мы спели. Do it for you. Дальше. There's no love. Это был до мажор. Do it for you. Разработка. There's no love. Си бемоль мажор. Like your love. Ми моль мажор. There's no other. Си бемоль мажор. Cookie mono. Фа мажор. До мажор. Соль мажор, ре септаккорд, соль мажор и субдоминанта, и все то, что следует за этим. Вот так это работает. Так работает Вселенная, так работают законы гармонии. На сегодня все. У кого возникли какие-то вопросы, пишите мне в Facebook, пишите комментарии в YouTube. С удовольствием с вами пообщаюсь. Все. С вами был
Сергей Ковалев. Всех благ!